черную кислоту для травления стекол Crystal Acid. Заказать такую можно по ссылочке в описании. Теггинг я снимать не стал, потому что смысла в этом не вижу. Ведь кислота проявляется спустя 20-30 минут после нанесения на стекло. В целом, кислота очень интересная вещь для теггинга. Если вы как-то хотите разнообразить теггинг, то это отличный способ. Но приходится часто искать. Подходящие поверхности, то есть стекла. В моем городе это достаточно сложно сделать. Также кислота очень токсичная. Имеет очень резкий запах, и заливать ее советую только на проветриваемом месте. Дома даже не пытайтесь этого делать, потому что запах очень-очень едкий. Также при попадании на кожу необходимо очень быстро промыть все, иначе в дальнейшем могут быть определенные проблемы.